Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать, как сделать порошковый краситель для оттенения цветов. Понятно, что это не будет панацея, но это очень хорошая альтернатива для этого. Нам, собственно, практически ничего не понадобится. Я буду использовать только крахмал, собственно, и воду. Крахмал у меня кукурузный. Обычный кукурузный насыпаю в произвольном количестве. Добавляю холодную воду, обычную холодную воду и краситель нужного цвета. Учтите, пожалуйста, что после того, как получится у нас уже готовая пыльца для цветов, она не будет настолько яркой, как сейчас, вот, допустим, в разведенном виде. Мне нужно получить такую кашицу для того, чтобы хорошо размешался мой крахмал. Здесь нельзя останавливаться, потому что если крахмал оседает на дно, его потом очень сложно поднять, он как бы очень плотный становится. Поэтому не останавливайтесь. Я то доливаю водичку, то добавляю крахмал, просто для того, чтобы получить кашицу. Чем больше воды, тем дольше у нас будет сохнуть пыльца. Выливаю ее на какое-то блюдечко, чтобы побыстрее оно высохло, распределяю по нему. И в моем случае я поставила на батарею, чтобы побыстрее высохло. Ну, в принципе, при комнатной температуре прекрасно, вот вы видите, высохла моя пыльца. Она стала светлее. Я бы сказала, она стала такой малиновой, а у меня был пурпурный цвет такой именно яркий. И теперь нам нужно перетереть эту крошку в пыльцу именно. Прекрасно, если есть возможность воспользоваться какой-нибудь кофемолкой. Но в моей кофемолке даже ножи не зацепят эту пыльцу, ну, из-за того, что маленькое количество. Поэтому приходится пользоваться ложкой, из-за этого чуть-чуть страдает качество этой пыльцы. Ну, смотрите, в принципе, можно получить очень хороший результат, даже если не пользоваться никакими приспособлениями. У меня были абсолютно белоснежные лепесточки. Я их делаю нежно-розовыми. Если нужно получить более яркий цвет, потом просто готовый цветок подержите немножечко над паром. И тогда цвет у вас распустится и станет поярче. Собственно, вот такой вот цветочек у меня получился. Надеюсь, вам пригодится. Обязательно ставьте пальчики вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.